Каждая из нас примерила камень, и самое главное, уже успела заказать камень. Я вам сейчас открываю наши секреты ведущих. Камень своей мечты. И действительно, гарнитур Василисы — это уникальная возможность угодить абсолютно любой женщине, даже настоящему ювелирному гурману, женщину с самыми, скажем так, развитыми ювелирными вкусами. Вы посмотрите, я чувствую себя хранительницей настоящего магазина ювелирных изделий. Какой выбор? Это комплект Василиса. Не удивляйтесь, цена, которую вы видите, это уже цена со скидкой. Это цена гарнитура 1299 рублей за великолепный, богатейший ассортимент натуральных камней. Давайте же с вами познакомимся с самоцветами, которые готовы украсить вашу шею и ваши ушки, дорогие женщины. Итак, начнем с нефрита. Это, конечно же, выбор женщин, которые увлекаются востоком и давно видят себя в роли вот такой вот японской гейши или даже восточной императрицы. Тигровый глаз предпочитают женщины целеустремленные, нацеленные только на победу. Камень очень необычный, обладает тем самым эффектом тигрового глаза. Не забывайте, пожалуйста, что по этой цене вы получаете браслет, колье и серьги. И это стоимость 1299 рублей за полную ювелирную комплектацию. Бирюзу невозможно не узнать. Я уверена, вы ее уже разглядели. Вот она великолепная, вот она нарядная, замечательная бирюза. Это редчайший камень, который вы видите рядом. Это унакит. В природе встречается в абсолютно разных оттенках. От белого до сиреневатого, даже цвета охры и зеленого. Далее следуем. Ну, тут у нас более нежная гамма для романтически настроенных на натур. Это розовый кварц и мой фаворит аметист, тоже представленный здесь от бледно-лавандового, буквально прозрачного белого, до насыщенно-фиолетового, почти черного. Стоимость 1299 рублей, это цена комплекта. Ваша экономия 900 рублей на гарнитуре. В гарнитур входит колье, браслет и серьги. Продолжаем. Это яшма. Я точно знаю, дорогие женщины, что многие из вас любят этот камень. Я знаю, что вообще это очень по-российски носить украшения из яшмы. Уверена, что в шкатулке каждой русской женщины этот камень должен быть. Он к вам приедет в виде колье, браслета и серег за 1299 рублей. И вот он, выбор нашей моей коллеги по рубрике украшения Оленьки Мокшиной, нашей ведущей. Это сердолик. Вы можете сейчас увидеть все разнообразие палитры каждого натурального камня. Все, что встречается в природе, будет на вашей шее, будет в вашей шкатулке. Вы только подумайте, вы приобретаете украшение, добавляете в свою шкатулку, дорогие женщины, ювелирное изделие, которое представлено вот как в природе во всех оттенках, так теперь и в вашей шкатулке. Напоминаю, что вместе с этим комплектом приезжает и браслет, потому что полная ювелирная комплектация — это колье, браслет и серьги. Я хочу, чтобы вы все увидели своими глазами, чтобы вы убедились в том, какая комплектация к вам приедет. И все это по цене всего лишь 1299 рублей. Это уникальная цена, дорогие женщины, это уникальное предложение. Я на вас очень надеюсь и рассчитываю, что вы заберете из эфира. Торопитесь, пожалуйста, дорогие женщины, заказывайте, забирайте. Эта возможность уникальная. Я точно знаю, что наши телезрительницы любят натуральные камни, любят бусы из натуральных камней. Вот по опыту могу сказать, когда у нас в эфире появляются бусы из натуральных камней, они заканчиваются за 5 минут. Все, не больше. Ну а здесь сразу готовый ювелирный образ, образ абсолютно натуральный, природный. Дорогие женщины, это сразу полная ювелирная комплектация. Каждая из нас, из наших ведущих, уже успела выбрать себя гарнитур. Вот, пожалуйста, Арина Горшкова подобрала подарок своей свекрови. Это комплект Василиса. Оленька влюбилась в розовый кварц. Очень романтичный камень. У нас Оленька романтично настроенная натура. Далее посмотрим на Надежду Исакину. Она тоже примерила и тоже влюбилась в гарнитур из серии Василиса. Это тигровый глаз. Очень необычный камень для женщин, которые зрят в будущее и в корень. Мой выбор, конечно же, аметист. Мой любимый камень. Это я и не скрываю. Любите аметисты, забирайте гарнитур Василиса с аметистом. Ну а Оленька Мокшина, любительница желтого цвета, подобрала сердолик. Он представлен в абсолютно разнообразной природной гамме.
Дорогие женщины, если сейчас вы набираете наш номер колл-центра, чтобы, как и Оля, как и Светлана Воронцова, заказать бирюзовый, допустим, гарнитур, оставайтесь на линии, наберитесь терпения. Дело в том, что у нас колл-центр сейчас занят, но это ни о чем не говорит. Не говорит, что у вас нет возможности заказать это великолепие себе. Дожидайтесь ответа оператора на линии, потому что, дорогие женщины, ожидание на линии тоже бесплатное. Звонок бесплатен из любого города России. Звонить можете с мобильного, с домашнего. И если вдруг линия занята, просто ожидайте ответа оператора на линии. Вам ответят, вы оформите свой заказ. Я уверена, что вы сейчас оформите сразу несколько комплектов. Выбирайте подарки себе, своим родным, близким, любой женщине вы угодите. Невозможно не угодить женщине с помощью гарнитура «Василиса». Еще раз обращаю ваше внимание, что вы получаете за эту цену и ожерелье, и браслет, и серьги. Это принципиально важно. Обратите на это внимание. Цена за полную ювелирную комплектацию. Полнейшую. То есть вы надеваете гарнитур «Василиса», вам остается только подобрать платье или брючный костюм, или юбку, блузку, пиджак, сарафан. Летом, весной жарко. Это абсолютно незаменимый аксессуар в вашем ювелирном гардеробе. И женщины абсолютно разных стилей, с разными ювелирными вкусами выбирают гарнитур «Василиса», потому что выбор широченный на любой вкус. Что выбираете вы? Нефрит, тигровый глаз, великолепную бирюзу. Может быть, вы предпочтете яшму или все-таки розовый кварц, или так же, как и я, вы любительницы аметиста. А может быть, вы уже положили глаз на унакит, редчайший камень. Посмотрите, какие сочно-красные тона в нем. Или все же красный, страстный сердолик, это ваш выбор, его еще называют корнеол, знаете, от названия ягоды, корнеус, переводится греческого, это кизил, так что если любите кизиловое варенье, то это, безусловно, ваш выбор. Я вас предупреждала, любая женщина будет покорена гарнитуром «Василиса», вы угодите кому угодно, любой женщине таким гарнитуром.